Вот мы сейчас видим на катке ВДНХ, как на одном из павильонов устанавливается звезда. Этот павильон, это, по-моему, он посвящен городу Москве. Вот он находится рядом с павильоном Украина. А вот это тоже довольно высокий павильон. Это павильон города Москвы. Вот устанавливается звезда на самый верх этого павильона. Он довольно высокий. Вот видно, что высота его, даже он несколько выше павильона Украины. Или вот там вот есть еще павильон Республики Беларусь. Это все расположено рядом с фонтаном «Каменный цветок». Вот сейчас вот этот кран с телескопической выдвижной стрелой уже практически опустил вот звезду в проектное положение. Вот она сейчас будет там установлена строителями, монтажниками, закреплена и смонтировано. Вот видно, что готовят ее к тому, чтобы поставить проектное положение. Вот, медленно-медленно она опускается, звезда. Да, вот такая вот интересная строительная операция по установке звезды на павильон города Москвы на выставке достижений народного хозяйства. Вот такая вот очень серьезная, интересная строительная операция.